Сотрудники управления КМВД России закрыли крупнейшее интернет-казино. Подпольное заведение приносило своим владельцам годовой доход в 8 миллионов долларов. По данным полиции, в преступную группу входили 6 человек. Все бывшие сотрудники московских казино, оставшиеся без работы после их закрытия. Организатор бизнеса, 46-летний москвич, приобрел программу онлайн-казино у разработчика и оборудовал офис в арендованной квартире. Минимальная ставка составляла 30 рублей, максимальная за всю историю существования казино составила 24 тысячи рублей. Клиенты перечисляли деньги при помощи смс-сообщений через электронные платежные системы. Сейчас работа сайта приостановлена, уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное предпринимательство». Организатор онлайн-казино объявлен в международный розыск.